Первый телефон в виде чехла на руку. Очень оригинально и удобно. Второй телефон для тех, кто очень любит Владимира Владимировича Путина. Третий чехол для телефона в виде машины Бэтмена. Четвертый чехол для всех сладкоежек в виде шоколадки. Пятый чехол для телефона в виде музыкального центра а-ля 90-е. Шестой в виде лягушки. Седьмой чехол – мечта художника. Восьмой чехол для тех, кто любит красивых девушек. Ну а кто их не любит? Девятый чехол для любителей стимпанка. Десятый чехол – по щучьему велению, по моему хотению, и твое желание сбудется. Одиннадцатый чехол в виде любимого героя Спанч Боба. Чехол в виде няшной зверюшки. Чехол Мишка. Чехол Коте в японском стиле. Чехол нож-выкидушка для любителей самообороны. Чехол в виде пистолета. Не подходи ко мне. Чехол в виде мегапопулярного телефона Nokia начала 2000-х. Чехол с набором полезных мелочей. Цельнометаллический чехол. Такой хрен разобьешь. Чехол КГБ следит за тобой. Чехол с подставкой для кофе. Чехол кастет. Чехол фотоаппарат. Чехол для любителей Винни-Пуха, тигра. Чехол в виде калькулятора. Чехол зайка. Чехолы в виде женской груди. Чехол игра «Ну погоди». Чехол в виде будки для телефона а-ля английский. Странный чехол, не поймешь. То ли столик, то ли кошка. Чехол в виде значка ФБР. Чехол в виде Лего. Чехол в виде омара. Совершенно непонятно.
чехлы в виде трусиков. Японцы, забавники. Чехол шарик. Чехол с шипами. Чехол — мечта любой женщины. И подкраситься можно. Чехол в виде уха. Чехол в виде телефона начала 90-х. И, наконец, чехол банан. Смотрите, не перепутайте, можно съесть.